друзья! Мы на канале Википедия! Привет, привет, привет! И мы сегодня открываем новых диких скриптеров! Мы только что приехали из магазина, и теперь их надо открыть! Давайте посмотрим, что мы купили! Дикие скричеры. Кириллу мы купили вот такого крок-шока. Он переворачивается на 360 градусов. Давай, Кирюнчик, ты пока открывай свой, а я пока Филиппкин покажу. А у Филиппа вот такой вибон. Вибон, ты такого хотел? Вот такой вот вибон, крутой батл. Стань крутым скричером. Все, открывай. О, какой-то новый диск. А еще там два такие у тебя есть? Да, у нас такие есть. Так. Диск Рокшок и диск Найтбайда. Так, а у Филиппа что там? Ребята, если вы хотите увидеть наши остальные баты, то смотрите по ссылке. Ссылочку мы оставим в описании внизу и смотрите наши другие скричеры баты. У нас очень много скричеров. Ну давайте, доставайте, доставайте. Смотри, какой. Класс, это новый, да, какой-то? О, круто. Ну, доставай. Сейчас его трансформирую в машину, и его уркнуть хочу. Вначале давай мне покажи. Полностью мы его посмотрим. Давай сюда. Вот машинка такая. Это кто? Это какой-то, это танк? Да. Ребята, у меня есть уже один танк. Да. Это Ти-рекер. Ти-рекер, а это Крок-шок. А он что, трансформируется в крокодила? Да, смотрите. Шумерок! Трансформация! Крок-шок! Так, давай. Вот диск. О, классно! Покажи, покажи, как он встал. Сейчас, Филипп, подожди. Пушки отстегиваются. Пушки отстегиваются? А ты у ребят когда-нибудь статика такие видел? Или у тебя у первого такого? У меня у первого такого. Серьезно? Да. Кричка, давай. Ты уже его трансформировал? Он так был. Так было, трансформируется. На самом деле вибон это бык. У Филиппа уже есть баран, бараниус. Смотрите тоже видео. Он где-то Стормхорн. А, ну стоп, Стормхорн. А это бык. Я открою ферму. Ферму животноводческую. Ну давайте трансформируйте, будем смотреть. Вибон. Филипп, давай. О, машинку, машинку покажи, машинку покажи. О, привет! Привет! Привет, Вибон! Привет, Крок-шок! Давай покажу, какая у меня трансформация! Давай, конечно, я покажу! Просто подарок! Крок-шок! Ну-ка, а Вибон? А Вибон? Я хочу посмотреть Вибона! Вибон? Давай, Вибон, давай! Вообще класс! Да, крутяк! Крюк у меня отсюда. Иди, покажи крюк. А что это за крюк? Крюк, чтобы поднимать. Правда? Да. Круто. Давай его крючок отсюда. Ну что, давай. Ну что, мы будем, нет, устраивать батл? Будем. Давай. Крок-шок против Вибона. Кто захватит скричер диск? У нас есть один диск и два скричера. Ну что, вы готовы? Да. Скричер-гонщики на старт. Нет. Это нечестно. Это нечестно. На старт. Внимание. Марш. Я не успел. Не успел. Нечестно. Ну давайте второй тур будет. Нечестно. Давайте будет. Нечестно. Давайте второй тур и будет два диска и две одновременные трансформации. Да. Два диска, два скричера и на старт. Внимание, марш! О! Я выплюнул! А давай... Турбон скричер! Мама, можно мне без пушек? Ну давай без пушек. Давай, ты без крюка, ты без пушек. Да, давайте, вид сверху, ставим диски. Старт,
Внимание! Марш! Ой! Смешно! Они вцепились друг в друга! Как тут мы его крок-шоу катили! Ребята, если вам нравятся наши новые зрители, то ставьте лайки! А вам-то они нравятся? Да. Классные выбрали? Да, крутые. Мне тоже нравится. Ребята, ставьте пальчик вверх. Давай перепрыгивать кружок и бум. Давай. Давай, поехать. О, теперь Кирилла очень перепрыгивает. Внимание, пошел. Мне кажется, они слишком высокие. Точно. Давайте так проверим. Ну, давай так. Бум! Ребята, а я почему точно не перепрыгну? Еще раз. Ой. Трансформация. Дык-дык-дык-дык-дык. Мама, смотри, какие у него зубы. У него такой хвост. У него даже на хвосте зубы. А ну-ка вот так ставь. Так, внимание. Ребята, если вы любите диких скричеров, то подпишитесь на наш канал. И ставьте лайки. И поставьте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Потому что мы постоянно снимаем про новых диких скричеров обзоры. Они очень классные, да, Кирилл? Еще одну. Запускай. Круто. На старт, внимание, Они бум столкнулись. Ребята, нажмите на эту стрелочку. И поделитесь со своими друзьями. Да, потому что если у вас есть друзья, которые любят диких скричеров, я думаю, что им интересно будет обзор наших новых диких скричеров. Да. Кувырок.